это не учебная тревога. Все по местам, повторяю, это не учебная тревога. Я умер? Какой чудесный голос. Где я? Умоляю, объясните, что происходит. С превеликим удовольствием. Тысячи лет на дне пустили Ламасу, Ламако, Детройт и Медуз, акулы-призраки, черные живоглоты и красавицы Галатурии. Простите, ну какая же я красавица Галатурии? Я всего лишь скромный удильщик. Но тот самый удильщик, который 10 лет назад нашел на дне океана чудо-ящик, который светился голубым светом и принес нам нищенскую радость. Там, в священный огонек, и мы стали служить ему. Мы выучили все песни и танцы, отрепетировали все номера и все прикольные приколы. Но вот беда. У огонька были зрители. А у нас не было зрителей. Но как предсказал слепой Амар Динахэлус Аустубэй? Динахэлус. Однажды в новогоднюю ночь, ровно в 12 часов ночи, ни секунды раньше, ни секунды позже, над Марианской впадиной утонет грустный мальчик. Но не утонет. Да, магия новогодней ночи спасет его, и он будет смотреть наши нищенские представления, пока не полюбит Новый год. Так как его любим мы. Да, но... Да начнется великая новогодняя ночь. Аплодисменты! Он спустился на
прошу, ты всегда можешь пересмотреть экран. Чего? Да, я знаю, что сам не поверю, но у них качество изображения сюда такие, что как будто я сам лично пишу перед тобой. И самое главное, если у нас на глубине нет сети, то я всегда могу всплыть на любом пути, скачать свои любимые новогодние фильмы и выпуски новогодних ночей и пересматривать их сколько угодно раз. И будь уверен, что сотка, ты точно полюбишь новогодные фильмы. Поймите, я не против всех ваших песен, тем более подарков. Но мои родители, они постоянно ссорятся, а в праздники они ругаются особенно сильно. И мне кажется, что это все из-за меня. Какая смешная новогодняя история, друзья! Это совсем не смешно. Даже наоборот, очень грустно. Грустно? Это же катастрофа. В Новый год никто не может грустить. Что я могу поделать, если мне не весело? Дай-ка подумать. Давай я тебе расскажу самые смешные шутки нашей новогодней феерической программы. Готов? Итак, первая шутка. Приходит как-то миндаль к психоаналитику и говорит: «Доктор Осьминог, меня ничего не радует, что мне делать?» И доктор отвечает: «Ничего, такова ваша ментальность». А вы знали, что медузы, смешно, вы знали, что медузы – это потерявшиеся контактные линзы китов? А вы знали, что рыба молот, нет-нет, да и попадает по ним пальцем? Ну что, смешно? Если честно, нет. Я не понимаю, как это поможет мне выбрать, маму или папу. Прекрасный вопрос. И следующий номер нашего днищенского представления. Великий и ужасный. Лев и Вера. Они как свет и тьма. Они как добро и зло. Всегда уравновешивают все силы мира. У них есть ответ на любой вопрос. Они сейчас вам будут загадывать загадки, а вы их отгадываете. Встречайте и трепещите! Лев и Вера. Морские.